Привет. Продолжаем проходить Elden Ring. Значит, бегал я по столице, в принципе, ничего такого особенного не нашел. И вот получается, от вот этого костра пробежал вот так по прямой и поднялся вот здесь по ветке дерева. И сразу босс. Я к нему забежал, успешно умер. И потом давайте продолжим его ковырять. Я думаю, ничего сложного его пройти не заставит. Давайте, поехали, босс. Голдфри, первый повелитель Элдена. Так, сразу на призыв. Комета, ну, я не знаю, стоит ли... Ну, посмотрим, короче. Попробую комета его развалить. Он прям настырно идет на меня. Быстрей, но еще раз. Вот и весь Голдфри, первый повелитель Элдена. Почему у меня не получилось с первого раза пройти, я не знаю. Сумка с талисманами, наконец-то. Слушай, давненько не давали. Я теперь могу таскать с собой 4 талисмана. Окей. Давай мы сейчас поставим еще один талисманчик какой-нибудь подходящий. Ну так какой? Значительно увеличивает максимальное ОЗ. Ну, тоже не то. Медленно восстанавливает. Да, наверное, вот это поставлю. Остальное, в принципе, все хватает. Пойдет? Пойдет. Так. Что нам еще дали? Костер. Запалим. Да, можно, в принципе, даже тут и посидеть. Раз уж такая. Угу. Сколько ходов у нас открылось, кстати? Сюда не пройти. Зашел вот я оттуда. Давай выйдем вот здесь на балкон. Скорее всего, с него хода никакого не будет. Хотя нет, смотри-ка. Вот туда как-то надо пройти. Я думал, что там еще один босс. Давай посмотрим, что там. Подожди. Вот с этим Голдфри мы будем сражаться, по-моему, дважды. Один раз вот мы сейчас его... Святая смазка. Один раз мы его так завалили, в каком-то фантомном обличии. А второй раз мы его, наверное, будем бить уже, по крайней мере, насколько я видел, в другом обличии. То есть он уже будет как полноценный этот, как его, персонаж, что ли. Вот, да-да-да, босс вон там. Вот тут, по-моему, он находится. Тогда, давай, наверное, мы сходим сначала вот сюда. Посмотрим, что здесь внизу есть. Как-то все пока не очень однозначно. Ну, как обычно тут. Все не просто так. Довольно-таки запутанные локации. Местами. Ну, по крайней мере, вот столица, она сама по себе такая. Столица многоуровневая локация. Стой. Чем черт не шутит? Столица многоуровневая локация. Ты можешь там прыгать по домам и так далее, но как таковой у тебя ход, по идее, один. Костров не очень много, и часто ты открываешь срезки просто. Здесь как будто еще один ход по вот этой вот. Хотя нет, нет, это не ход. Но я вон оттуда пришел. Вот эти вот два корня, которые поднимаются, я пришел оттуда. И ведут они практически в никуда. Давай еще вот сюда спустимся. Тут лифт какой-то. Ага.
Хочется все исследовать, чтобы уже наверняка. Я думаю, что это срезка. Это срезка будет как раз тому костру, откуда я добежал до этого босса. Да, вот отсюда я бежал. Вот там, где проход. Чик-чик-чик, я поднялся потом наверх. Давай посмотрим, что тут просто. Я думаю, что меня все равно ведут прямо наверх. Чуть этого не заметил. До свидания. Еще один. Он что-то охранял. Святая смазка. Еще святая смазка. Ну, это для оружия. Мечи смазываются. Это жук невидимый носится. О! Здорово, бояре! Мне чуть-чуть стамины не хватает. Завалить его. Сразу же. Ладно, пошли дальше. Да, они меня ведут, я не пойму. Надеюсь, это тупик. Тихо. Какие-то звуки подозрительные. Как будто кто-то крадется. Ну и все. Да? Это даже не стена. И наверх никак. Все. Значит, только туда, только наверх, только к боссу. Не знаю, как его зовут. Там внизу я бегал? Да. Или нет? Очень похожие локации друг на друга. Вот и не совсем понятно, был тут или нет. С какой стороны был? Ну вот там что-то светится, значит, походу я не был. Как до туда добраться, я не знаю. По крышам? Блин, возможно. Если я запрыгну на эту крышу, то на другую мне уже точно не перебраться. Я не знаю. С такой высоты, по-моему, падать вообще нельзя. Хотя подожди, по-моему, я тут был. Просто вот на этот, на эту шпагу, блин, не запрыгнуть. По крайней мере, вот этих двух рыцарей и вот этот, да, вот в этом закутке, все понятно, я тут был. Я тут был, я помню, обходил вот только с этого, с этой стороны здания. Вот так я обогнул его, и здесь вот уже убивал этих рыцарей, потому что их очень много. Все понятно. Замануху устроили, чтоб ты кругами бегал. А так, по идее, все. Ладно, поднимаемся наверх. Так, значит, получается, мне нужно выйти на балкон и налево. Там еще, по идее, какое-то небольшое здание надо будет пройти. Кстати, а вот это вот... Угу. Эта ветка еще куда-то ведет. Давай посмотрим. Вдруг там что-нибудь мега вкусное лежит.
А с этой ветки еще куда-то идет. Ага. Вот оно что. Снова два хода. Подожди. Что-то я... Угу. Давай, тогда нужно сюда до конца добежать. Я просто здесь думал, то, что будет какая-то лестница или еще что-то, но нет. Лестницы нету, поэтому надо по ветке этой забираться как раз туда, куда я иду. Код у нас только по ней. Пошли дальше. Так, стой, отсюда. Еще какая-то крыша. Если я упаду на нее, то... Блин. Давай, давай, там какое-то окно есть. Сейчас я вам тут до конца крыши добегу. Смотрим, что там оттуда открывается. Угу. Там я был, только внизу. Сейчас посмотрим, что тут можно взять. Балкон. Угу. Туда еще можно пройти. Сейчас сундук открою. Главное не расслабляться. Лук древа Эрт. Пригодится. А тут у нас... А, ну и все. Небесная роса. А, это чтобы грехи искупать. Все, я вспомнил. Я тут тоже был внизу. Все, все понятно. Ну, небесная роса вдруг, мало ли что, пригодится. Так-то. Эту штучку можно как-то взять. Подобрать. Основа золотого порядка. Это скорее какой-то молитвенник, который нужно отдать, чтобы новые молитвы тебе прилетели на изучение. Ну, не зря спустился. Кое-что подобрал полезного. И дальше. О. Да, вот этот дяденька противный, кстати. Он на меня гниль наложил, по-моему. Красную. Ничего, сейчас отхилимся. К тому же костер недалеко. Есть что-нибудь? Только освещение перестает место быть, сразу же ничего не видишь. Так, давай, коснуться благодати для начала. Потом будем все подбирать. Можно даже тут и посидеть, в принципе. Что это такое? Благословение древа Эрт. Это молитва какая-то. Давай посмотрим, что за молитва. Благословение древа Эрт. Дарует мощное благословение вам и вашим ближайшим союзникам. Но оно веры требует много, 38. Не никак. Я не знаю, то ли это из разряда хилищих, то ли благословение, что значит. Восполняет. Тут конкретно написано то, что восстанавливает ОЗ. А тут благословение просто. Не знаю, наверное. Ну, это либо какая-то защита, либо бафы какие-то. Не знаю. Ладно, пойдем дальше. Вот.
Вот это у нас босс еще один. Насколько я видел, это босс довольно-таки непростой. Потому что он шустрый, прыгучий. Но его, кстати, можно как-то забафать. Ой, не забафать, в смысле, а заглючить его. Вот сюда, если прыгнуть на перила, выйти из игры, по-моему, и зайти заново, как-то так. Или наоборот, через перила перепрыгнуть. Он за этим, за туманом стоит. Вот, то он перестает действовать. Он просто стоит, как кукла тряпичная. И все. Да, поехали, че. Я не выпил зелья, ну ладно. Посмотрим заставочку. Недостойная погасшая душа. Что привело тебя к этим тронам? Я его уже бил, убивал трижды. А, Голдрик золотой. Чудо-близнецы Микела и Маления. Это самые сюжетные важные боссы, короче. Он рассказывает. Генерал Радан, покойник. Претор Рикард, покойник. Луна, принцесса Ренни. Тоже подохла. Короче, я троих, получается, не убил. Коварные предатели, все до единого. Вы все одного поля ягоды. Зачем? Ну, это самый первый босс. Потом он встречался перед столицей, как моб обычный. Грабители, погоняемые племенем тщеславия. Угу. Пушечку достал. И да, начертает на твоей, что там, улыбки. А, ну он, короче, устрашающий. Пугает. Убийца король Маргот. Последний из королей. Сейчас мы тебя запинаем, да и все. Последний из королей. Ох ты как. Слушай, ну его, этот, как его, его хорошо отвлекает мой этот, мой фантом. Так, это, я так понимаю, первая фаза. А нет, все. Сорян. Сорян, что я не пострадал. Великая руна Маргота, хорошо. Воспоминания о короле знамений. Угу. Ну, то есть можно его пушку, наверное, обменять. Воспоминания. Окей. Пошли дальше. Короче, фантом или комета Азур, это тема для вот таких вот боссов. Убивают на раз. Густые шипы ничего не принимают. Никто не войдет у древа Эрт. Ну, то есть эти шипы, видимо, откроются, когда я завалю всех боссов. Кого он там перечислял. Давай. Благодать. Садимся. По идее, к нам сейчас баба вроде должна подойти. Да. Здравствуй, давно не виделись. Удели мне минутку. Окей. Вижу, тебе не удалось проникнуть в древо Эрд. Вот перекрыт шипами. Их нельзя обойти. Это оболочка древа, она отталкивает всех чужаков. Угу. Единственный способ предстать перед кольцом Элден и взойти на трон, это пройти через колючки. Понятно.
Я помогу тебе, таково мое предназначение. Давай же вместе отправимся в путешествие. Мы разве это не делали? Заснеженным вершинам великанов, что парят над облаками. Там плывет пламя погибели. Угу. Я наконец смогу поджечь древо Эрд. Я указать тебе путь к трону повелителя Элдена. Хорошо. На карту нанесена красная метка. Зачем? Еще раз с Мелиной поговорить. Я хочу, чтобы мы вместе отправились. Затерянные вершины великанов, что парят над облаками, там плавят пламя погибели. Я наконец могу поджечь древо Эрд, указать тебе путь. И все. Подожди, а может быть еще раз с ней можно поговорить? Ощущение, что я не совсем до конца исчерпал диалог. Хотя она повторялась. Ладно, хорошо. Но она говорит, типа, иди к великанам. Тогда мы сможем эти колючки все сломать. И потом уже это. Потом уже к финальному боссу. А? Кстати, можно поджечь. Так. Надо вспомнить, как пройти. Вот, да, мне сюда надо. Собор отверженных. Нет, как-то по-другому, по-моему, я шел. Либо отверженные глубины, либо... Ну, где-то тут проход должен быть. Давай попробуем через собор отверженных. Вроде как поближе к этому входу. Ну, обозначили, типа, ты должен выйти из столицы и идти сразу к этим, к великанам туда. Получается, у нас предпоследняя локация, мне не сюда. Кстати, а что это за здание вообще? Нет, мне повыше. Канализацию я уже прошел, здорово, Андрюх. Андрей Тихонов, тут канализация есть, там тоже босс. Да, Мога я валил. Я задолбался по этой канализации, по трубам бегать, они все одинаковые. Я вне стрима. Я вне стрима носился. Андрей Тихонов, ударь стену за сундуком. Сейчас треснем. Я вне стрима бегал по этой канализации, вообще жесть какая-то. Угу. Потайной какой-то ход, да? Враг? Кто такой? Ты его скрючила. Угу. Тут всех скрючила. Че я сюда пришел? Очень странное помещение. Сложная благодать. Yes. О! Последний из магикан. Но канализация это, по-моему, самая такая противная локация, которая была в этой игре. Да, ты просто носишься по одинаковым трубам и убиваешь этих их мобов, которые, блин, кровотечение на тебя накладывают. Андрей Тихо, там в конце будет дверь, за ней три пальца ярости. Если взаимодействовать будешь, то концовка другая будет. А я уже, кстати, не знаю, на какую концовку я иду, потому что там уже каждый этот, как он, каждая, по-моему, квестовая цепочка у тебя как-то меняет концовку. Если я не ошибаюсь. Там в конце будет дверь, за ней три пальца ярости. Что за пальцы ярости?
кстати, я вообще не рассчитывал сюда идти, чё. Вот тут надо где-то, да, падать. Бля, вот любят они. Любят они вот по этим маленьким заставлять бегать палочкам. Так, снаряга. Давай-ка мы сейчас амулет кошки бахнем. Чтоб не разбиться. Чё, Джеронимо, да? Почти не упал. Справочник безумца. Дальше. Андрей Тихонов. Ну как два пальца, только три, они типа яростные. Если обожгу тебя, то Мелина от тебя уйдет. Мелина это которая баба, да? Короче, вот сейчас со мной разговаривала. Про великана всякую дичь порола. Чё, куда идти-то тут? Всё, типа, по... а, вон туда можно. Да просто... Андрей Тихонов. Ага. Я просто не совсем понимаю, зачем я сюда иду вообще тогда. Даман 72. Привет, лайк. Здорово, Даман. Че, как ёбнусь где-нибудь? Как подохну? О. Самое бесявое, наверное, что может быть в соулз-лайках, это прыжки. Блядь, куда? Плохо видно. Пизда вообще. Так, ну по-моему сюда. Я, наверное, не долечу. Ай, была не была. Перебор. Че, опять же заново. Твою мать. Вот сюда. Короче, я, кстати, только что 100 косарей там просрал. Какое 100? 200? 200? Я, кстати, мог бы левел себе вкачать. Я совсем забыл про это. О! Все, денег нет. Ненавижу эти сраные жвардочки, блин. Хрена я сюда иду, я вообще не знаю. Мне типа к великанам сказали. Андрей Тихонов. Короче, чтоб ты дверь открыть, нужно полностью шмот снять. Это вот здесь, в конце этой локации, надо полностью раздеться, чтобы дверь открылась, да? Если у меня вообще допрыгнуть получится, я так скажу. Так там сократим, наверное. Беготню себе. Андрей Тихонов. Ага. Я посмотрю. Блять, твою мать. Только ты не встаешь больше, чем, ну, точнее, меньше, чем двумя ногами на площадку этой платформы, ты обязательно улетишь, будешь соскальзывать до самого конца. Короче, я еще раз попробую, если нет, в очко это, подземелье. Какая-то дичь вообще, носишься тут.
Ненавижу, блядь, прыжки в этой игре. Кстати, можно же было тут упасть. Да ёб твою мать. Андрей Тихонов. Да, я тут тоже попарился прыгать. Я думаю, как и все тут попарились прыгать. Жопа какая-то вообще. Они еще меньше не могли сделать площадки. Сука, два босса подряд я убил меньше, чем за минуту. И тут, блядь, просто ты подыхаешь на каких-то сраных, блядь, площадях, как его. Сраных прыжках. Да твою мать. Херово, что я забыл левел вкачать. 200 штук просто. Пфф, улетели. Ай, бля. Отстой. Бля, вроде так. Хуй там. Ноги себе в жопу вбил. Чуть не ёбнулся. Так а тут что в конце? Какие-то боссы или что? Просто для чего я страдаю? Тихо. Илья Пасканы. Привет, Камикадзе. Здорово, Илюх. О! Это, блядь! Почему я упал? Я же стоял на этой площадке, блядь. Он, наверное, видимо, когда выпрямляться стал после анимации этой падения, его просто столкнуло, что ли, я не понимаю. Бля, какая-то херня вообще. А, ебаные прыжки, бля. Блять. Андрей Тихо. Только пальцы, но тут еще концовка квеста слепой бабы, которая просит виноград. А я ей второй раз мне тут виноград не давал. У меня его не оказалось, а где искать, я ее забыл. Я, по-моему, один раз ей винограду дал, и все. Потом у меня не нашлось, когда я ее встречал. Бля, это так давно было, что я даже уже не помню, где ее видел. Так подожди, если получается этой бабе я винограда не давал, то получается нахрен я сюда вообще иду тогда. Логически ее тут просто не будет. Правильно же? Андрей Тихонов, ты пробуй почаще ночью бегать во всяких храмах и лавчугах. Ну это уж как повезет. Илья Пасканы, после работы сегодня тренировка не осилил. Попробуй ночью чаще бегать во всяких храмах и лачугах. Ну, костер юзнешь. Ну, так получается, что, блин, мне все время ночью только бегать. Да нахрен, я уже назад-то точно не пойду исследовать именно ночью всякую херню. Как получается, в принципе. Время суток я не выбираю. А ёб. Твою мать. Вот так вот прыгать, просто чтобы костер открыть. На нахрен он мне нужен. После работы тренер уже не осилил. Ну ничего.
Сегодня возьмешь, да, осилишь вечерком. У тебя теперь отпуск начался. Я знаю, что появляются боссы ночные, но... Андрей Тихонов, появляются боссы ночные просто. Ночных боссов, в принципе, как таковой, они все одинаковые. Птицы, короче говоря, ну, по крайней мере, которые мне встречались. Это птицы вот эти полудохлые, зародыши. И мужики на конях. Вот и все ночные боссы, по идее. Других, по крайней мере, блядь, я не встречал. Тихо, ну, о. Так, теперь надо вот туда как-то прыгнуть аккуратно. Либо туда. Подожди. Да, вот отсюда туда надо прыгать. Да, блядь. Там осталась-то последняя платформа, ну твою мать. Урод, блин. Где грехи замаливаешь, босс есть? А что за босс? Андрей Тихонов, где грехи замаливаешь, босс есть? Ну, я так понял, который только ночью появляется. Что за босс? Ай, блядь. Там просто соскользнул с этой жердочки, да и все. Воин какой-то. А, ну я его тоже встречал уже. Воин какой-то. Который красной гнилью тебя мочит. Встречал я его уже ночью. Короче говоря, ночью ночные боссы, они все повторяются. Так что... Херня. Ты будешь с ним биться, там, я не знаю, там, ну... Две минуты... Он подохнет, тебе за него дадут 4000 и все. Максимум какой прах еще. Так что. Ночные боссы херня, короче. Просто для ачивки их лупить, я не вижу смысла. За свет крипочкой сик-сик-сик, ну. Так, туда? Идем. Тихо, стой. Оп. Так, ну да, сюда. Стой, Андрей Тихонов, ну вот из двух виноград падает для КВ. Я почти перепрыгнул. Вот эта вот ёбнутая анимация, когда он падает, приседает немножко, и потом начинает выпрямляться, его от хитбоксов отодвигает от стены. Вот это очень по-мудацки сделано, конечно. Сука, если игра не платформер, нахуй ты на него претендуешь, я не понимаю. Блять. Чего? Ёбнутая хуйня. Андрей Тихонов. Баба в конце отдает амулет на увеличение урона от заклинаний ярости. А у меня, по-моему, таких заклинаний-то нету. Так, блять. О, нихрена, повезло. И как, ну твою мать. Как же бесит это дерьмо.
Для PvP. Ну, PvP я, наверное, вряд ли буду играть. PvP больше. PvP я вряд ли буду играть. Так что, по большому счету, я сейчас прыгаю, блять. По большому счету, я сейчас просто так прыгаю. Чтобы костер зажечь. ПВПЗБС. Я последний раз пробую, и нахуй это подземелье какое-то ебанько, блядь. Просто здесь прыгать тысячу раз умирать. Просрать душу, просто чтобы костер здесь зажечь. Ну их нахуй. Это поебень. Всем до свидания. Ёбнутое подземелье для какой-то ёбнутой хуйни. Кстати, тут, по-моему, даже прохода нет. 200 штук только офнул себе, нахуй. Мог бы левел скачать. Пизду. Дебилизм этот. Андрей, тихо. Тут на каком-то этаже есть вещица под стеллажом. Я хз, как его взять. Угу. Ну и вместе с этой вещицей пошли они нахуй, короче. Вот я что могу сказать. Так, не то. По-моему, вот здесь. Пошли, короче, в эту долину великанов. Там еще огромная локация. Короче говоря, хуйню ты мне, Андрюха, посоветовал. Так, блядь, а как же выйти-то? Вот здесь, по-моему, подземный канал. Там как-то выходишь с помещения от костра, поднимаешься чуть вверх, и там дверь открываешь. Как раз вот на эту долину великанов выходишь. Я такой визуально могу это узнать. Так, тоже не то. Бля, где же проход Андрей этот? ЗБС, я посоветовал. Ну, вообще охуенно. Минут 20 я тут прыгал, просто что 200 тысяч просрать. Да нахер. Бля, где же этот проход? Бля, не тут. Может, как-то здесь? Ладно. Надо по порядку костров этих перемещаться. Может быть, проход найдется. Ну, что-то уже ближе к делу, по-моему. Илья Пасканный, а что сдался-то? Мы тут пришли смотреть, как ты страдаешь и подгораешь. Да пизду там прыгать. Ну, просто чтоб костер зажечь, я не вижу смысла страданий просто. Чтобы у меня была точка одна перемещений. Да нахер? Ну, правда, нет смысла. Лучше на чем-нибудь другом пострадать. Более полезным. Кстати, вот я нашел проход этот. Сюда еще что-то можно пройти. Какие-то петушки еще находятся. Ну-ка, давай посмотрим, что тут есть. Стой. Ты, блядь, откуда взялся-то? Сидел, значит, втихаря. Драпированный кожаный табард. О, здрасте. Ах ты, гнида помойная.
Я совсем забыл, что они еще, блядь, молниями швыряются. Ладно. Все. Андрей Тихонов, у тебя будет возможность не пострадать. Ну да. Голова беса, труп. Короче, я за шапочкой беспонтовой сюда шел. Понятно. Бля, вот эти рыцари опасны. Стоять, Зорька. Оп. Пярочку бахнем. Давай-ка мы ему раздадим чуть-чуть. А сейчас завалить может. За... А, просто твою медь. Да, пейте свою херню. Быстрей. Мудак. Я лучше вот здесь пострадаю, чем прыгать просто куда-то в неизвестность, чтобы костер зажечь один. К тому же это подземелье вообще как бы... Я его даже этот квест закончить не смогу, потому что у меня нету винограда. Хрен бы с ним. Я, может, потом как-нибудь попрыгаю. Пока сейчас на этом нет настроения. В эту сторону. Кстати, а что это интересно, я тут этот проход не замечал. А я, наверное, просто сюда подошел, дверь открыл и все, я ушел отсюда. Да. Это так. Было дело. Блять. Ай-яй-яй. Я забыл оружие переставить. Вот, кстати. Было бы, наверное, прикольно, если бы он всех созвал. Всей гурьбой я бы быстрее народ этот перевалил. Рыцарь же у нас прыгать не умеет. Я пасканный. Архитектура красивая. Ну да, медитака любит такие вещи. Ага, и все, и мне его не достать. Кинжал какой-то. Мужик, иди-ка сюда. О. Еще где-то рыцарь должен стоять. Где он? Ага. Давай, комета Азура. Сразу ему нашмалять. Пиздец. Вся подача мимо просто. Ах ты уебище. Пиздец. Ну кто ж так делает? Взял мне с подачи все здоровье, выхлынул просто. Что, не достать? Уебок. Тихо. И все. Да. Мы так долго с ним бодаться, блин. Подожди, давай-ка я его попробую обойти. А то я только спущусь сейчас с этих спирил, он мне треснет. Будет лава.
Стой, оружие поменяй. А где он? Значит, дальше. Там где-то ходит. Вон он зашел куда? Уху. Все, теперь я спокоен. Больше никого не осталось. Можно дальше идти. Я отомстил. За погибель. Так, ну вот она, новая локация. Слава богу, тут можно на этом кататься. На лошадке. Вон там еще двое. Они песок рубят, что ли? У них, походу, не все в порядке с головой было. Кровь монстра. Стояли два чувака, рубили, значит, себе песок целенаправленно. Я подошел, их убил. Я себя неловко чувствую. Эх. Может быть, это у них была такая-то установка от начальства. Рубить песок. Мы же часто занимаемся бессмысленными вещами на работе. Они, наверное, делали то же самое. Ну, скорее всего, тут тупик будет. Собаки. Здорово, собаки. Причем, когда псина тебя не видит, ты можешь ее убить с одного раза. Только она тебя заметила, уже приходится делать два выстрела. У нее как будто этот как его, жир наращивается автоматически. Я даже не знаю, кто из них опаснее. Собака или летающая падла? Андрей Тихон, сейчас будет атата. Думаешь, атата будет? Сомневаюсь. Ну ладно, я жду атату. Типа какой-нибудь будет мини-босс? Ну и чё, где атата? Я добежал до конца. Прочитаем. Впереди чудовище. Ага. А, слушай, я помню этих гадриков. Он боссом был. Блять, я уперся. Вот он. Ай-яй-яй. Минут, сука, мне вышел. Я уперся куда-то в стеночку. Лечимся. До свидания. Это вся атата, да? Железный двуручник. И чё там тогда он там такого козырного охранял? Флакон. Ну, серьезно. Чалька. Ты куда прешься, чтобы взять бесполезный лут? Хотя хрен, может, для кого-то он и полезен. Вспотел, да. Сижу тут потом и кровью обливаюсь просто. Я опять вспотел. Особенно на Голдфрике. Просто один раз пришел и его убил. Ладно, хоть душонок дали немножко.
Но тут часто боссы повторяются. Вот этого чела я уже рыжего мочил два раза. Или три. Один раз он с крабами там прыгал. Мне за него двуручник дали. Потом он еще с каким-то боссом был в паре. И теперь вот он так просто прыгал в одиночку. Кстати, костерчик бы не помешал. Для таких созданий. Они спят все. На елке и спит. Кто там? Я его из-за кустов не вижу. У меня вот тупо фляг не хватит. Андрей Тихонов. Я НГ+. Начал, но забыл убить короля драконов. А чё за король драконов? Это за которого 90 косарей дают, да, вот этот? О, они молятся тут сидят. Да, пляжек-то не хватает. Вечный камень мрака. Да пойдет. Пойдет, может пригодится даже. Я тут мечик нашел. Такой же, как у меня двуручные были палки. Тут только одна палка. Так что пригодится. Я даже качнул. Забавный такой. Мне понравился. Король драконов. Андрей Тихонов. Не босс. Здоровый. Я тогда не помню, как он выглядит. Ну и чё, ты начал игру на НГ плюс и забыл убить короля драконов. И чё, это плохо? Или ты какой-то квест, получается, завалил? Вон еще. Чё это падла ходит? Бля, вот на второй раз. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Ну и в баню. Пускай фантом его валит. Это у меня не хватит. Чего-нибудь не хватит обязательно. Блять, ну типа того. А где фантом? Ладно, я хотя бы сейчас сэкономлю на флягах, не пойдя туда, в тот закуток за флаконом. Андрей Тихонов. Он в Фармазула находится. Сейчас туда идти мне через всю игру. Обидно. Фармазула. Хер знает вообще, что это за локация. Так и чё, ну вот ты начал игру плюс, не пошел туда, и что, теперь это плохо? Я не понимаю просто. В чем досада твоя? Бля, нас на лошадке никак. Ладно. Или ты там фармил, или что? Что-то я не врубаюсь. Андрей Тихонов, последнее. Андрей Тихонов. Не попасть туда сейчас. А у него магию хотел для ПВП. Так ты же собрался НГ+ слабать, а не ПВП. Или ты так между делом? Потом типа сходишь, что ничего страшного не было. Так, надо бы по идее вот сюда можно, наверное, не идти. Бля, полда. Ты охуел? Бля, просто мне всю жизнь шип, урод.
Я хуею с этих NPC, конечно. Андрей Тихон, ПВП ВНГ. ПВП в новой игре. Так а зачем тебе ПВП, если ты начинаешь новую игру? Пройдешь игру, потом ПВП юзай, да и все, в чем дело. Я просто не совсем понимаю, что ты хочешь объяснить. Так, больше никто тут не нападет. Все, давай рыжего мочить. Хотя вот этих бы не мешало. О, они тут все сгоношились. Следующий. Обычно 508 мобов просто на этой какого на одном квадратном метре. Чё не достает туда него? Вот, наконец. Быстрее, ну блять, пока ты пьет. Уёбок. Но если фантом загорается, по-моему, лучше фантома призвать, пока он на него отвлекается, замочить его. Сука, обычный подъем, а там просто, я не знаю, сколько там, 10 мобов стоит. Плюс еще этот мини-босс, который удары-то у него легче не становится, даже если он мобом обычным стал. Андрей Тихонов. Вот еще раз атака. Я считаю это немного ебанутым решением от Медитаки. То, что у тебя которые были боссами, становятся обычными мобами, но легче они не становятся от этого. Можно их скипануть, конечно. Но тут уже, по-моему, дело принципа. Скипани их. Тут, по-моему, уже дело принципа у меня конкретно. Ну, теперь я хочу их всех, всю толпу тут зачистить. Но все равно, по-моему, это ёбнутое решение. Зачем делать боссов мобами, но проще их не делать. Причем с учетом того, то, что они же потом респаунятся еще. Нахрена это вообще? Просто чтобы у тебя пердак побольше подгорел, я не понимаю. То есть фактически тут два босса на очень маленьком расстоянии друг от друга. Плюс еще вот эта мелкая пидорсия постоянно нападает. Какая-то дичь вообще. Андрей Тихон, попробуй с другой магией. Так. У тебя все будет. Андрей Тихонов, меч хала даже тебе зашел. Сейчас я душу подберу. Вот это вот дерьмо подберу, личинка бабочки. Вообще нахрена она нужна? Для какого-то крафта я что-то не помню. Так, у меня не хватает магии. Маны точнее. Давай мы вот этого сначала развалим, чтобы он точно не помешал. Вот этого хлопца вызовем. Давай. И все, а у меня магия кончилась. Твою мать. Да ну он не станет его вообще. А нет, что-то. Ну ладно, окей. Получилось, слава богу.
равно странная херня. Пизда, там еще мобы. Зачем так много? Просто на квадратном метре, как будто я типа, ну, если я до этого как бы всю столицу, допустим, прошел, ну и вообще так далее, ну, были посерьезнее замесы. Зачем это надо делать, я не понимаю. Тем более с перехода в одной локации в другую. Короче, как говорится, я разработчик, я так вижу, да? Тут местами вот бывает такая тема, которая перекочевала из Dark Souls 2. Когда более какого мобы просто Ctrl-V, Ctrl-C и на квадратном метре их 508. Андрей Тихонов, чтоб буки не расслаблял. Ну, если играть милишником, то, наверное, да. Кстати, ты на НГ плюс за кого начал-то? За мага также или кого-нибудь другого выбрал? Я вот думаю, если я буду начинать НГ плюс, то попробую милишника какого-нибудь. Впереди укрытие. Да, конечно. На, вот центр. Вот, по идее, мы сейчас поднимаемся, и как раз вот это вот долина великанов. MR.Toaster. NG+. Seriously. Андрей Тихонов. Там же. Но я то магом в миле бегаю. Вот таких мобов только катаны бью. Не, ну в принципе мне то что тоже не мешает взять, достать Андрей меч. Да и боссов тоже. Бам-бам. Мелочь вот так, допустим. Ну, по идее, как вообще, если ты боевой маг, скажем так, типа того, то ты просто мелочь, которая подобралась к тебе ближе, ты разваливаешь мечом, а кто далеко, ты убиваешь вот этой вот, и все. Только вместо катаны вот я меч схватил. Раз подходить в падлу, то можно и магией. Ну или просто манна закончилась, тут меч пригодится, кстати, нам. Талисман огненного дракона. По-моему, я такой подбирал. Стоять. Сколько у меня магии? А, нормально, полная. Окраины столицы. Андрей тихо. У меня в правой руке, чтоб пепел юзать, а посох в левой. У великого такого и как. Блять. Ну а теперь по-любому всю толпу придется скипывать в любом случае, чтобы до сюда добраться спокойно. По крайней мере, побыстрее. В правой руке, чтоб пепел юзать, а в посоху левой у великого топового катана будет. MR.Toaster. В Подмосковье пришел. Нет, я в Москву пришел. Подмосковье это не столица. Но, кстати, вот сейчас, вот видишь, это столица королевства. Но я уже выхожу в Подмосковье. Кстати, да, да, все верно ты сказал. У великого будет топовая катана. А у которого великого? Что за катана? Может, она у меня уже есть? Ну-ка, ну-ка. У меня какие-то есть три катаны. Или даже больше. Змеевидная костяная. Меч из метеоритной руды. Лунная вуаль. Это, по-моему, не катана. А нет, катана. Меч из драконьей чешуи.
Кровавая катана. Ну, я так понял, то, что и пеплом Андрей, ты, короче... Кровавая катана из красного моба. Я так понял, что и пеплом войны ты пользуешься, который кровоток, да, поднимает. Ну, я понял, что за билд, короче, у тебя. Я видел такой, собираю, да. Андрей Тихонов. Лунная тоже топ, от интеллекта работает. А где у нас лунная катана? Давай попробуем с ней побегать. MR.toaster. Ну не знаю, самое прикольное это ути-пути катана. Ну это потому что название прикольное. А у меня она не прокачана. Жжж. Лунная валь. Говорили то, что метеоритная тоже ничего. Но ее качать надо. Ладно, потом. Вот этих ребят-то точно можно скипнуть уже. Я до костра доберусь, короче, и этот какого. Посмотрю, насколько можно. Андрей Тихо. Полумный два удара вот мощный. Че? Луны два удара очень мощный, у кровавой комбо. Ну, на комбо надо время так-то. То есть, о чем, что требовалось доказать? В игре в любом случае без магии никуда. То есть просто милишникам тут очень сложно. Надо хоть какую-то магию проявлять. А то так дела не делаются. Хотя бы какие-то, знаешь, там базовые заклинания, молитвы на лечение или еще что-то. Потому что... Андрей Тихо, там все быстро. Если я не ошибаюсь, кровавая катана у нас поднимается к долине великанов как раз, да? Поищи. Я вот не знаю тогда, какую качать, кровавую катану и просто с ней бегать. Да, я, в принципе, я не особо-то она не нужна. Я на себе меч тоже прокачал никакой. Так-то. Кстати, а лунная катана, че она? Еще скалируется от чего? Ловкость. Андрей, сила. Мудрость. Красного. Угу. Хорошо, я запомнил. Она ловкая. Она в основном от силы скалируется, лунная катана. Но если ее вкачать, то, наверное... Да, она так и останется, наверное, скалирована. Хер знает, у меня силы не вкачат. Вообще никак. Я думаю, если начинать МГ+, тогда можно как бы... С прокачанной силой его начинать. Что-то не дотыканка, не достаешь вообще. Неужели? Да, все здоровье вышибает за раз. Нахуй тебе, собака рыжая. Ну да. Мужик, ну постой на месте. Да, мы вместе подохли. Шикарно вообще. Я еще так что-то долго умирал. Наверное, стыдно было. Вообще классно. Вдвоем сдохли от удара. Больше Андрей от мудрости. Тихонов. Там больше от мудрости будет.
Она же магическая. А кровавая катана тоже от магии эскалируется? Или только лунная эскалируется от магии? Что-то мне вообще пройти с ним пройти не дают вот это королевство этих великанов, или как эта херня называется. Сраный мужик на коне валит. Причем это обычный моб. Тут когда в столицу входишь, тут приходится двух боссов валить, которые на конях. Вот они действительно, блин, сложные. А тут что-то как-то вообще... Обычный моб доставляет. Так, кто за мной бежал? По-моему, летучий, да? Главное, чтобы эта вся шайкалейка за мной не побежала. Это все потому, что ты не был. Я стараюсь. Все, идите домой все. Андрей Тихонов. Кровавая от удачи, но там урон от комбы большой. Кровавая от удачи? Что-то первый раз вижу, чтобы оружие от удачи скалировалось. Подожди, а как удачу тогда прокачать? Ну просто так, чисто на скидку. Ты же ее прокачать, по-моему, не можешь. Потому что ее тупо в статусах нету. Колдовство, вера, мудрость, ловкость, сила, стойкость, интеллект, жизненная сила. А где тут нахуй удача тогда вообще? Она что, блядь, от воздуха скалируется? Просто так это может быть? Как можно прокачать удачу? Андрей Тихонов. Ну, есть там такое. Ну, это странно. И как ты тогда можешь ее прокачать? Андрей Тихонов. Колдовство 20 нужно. Подожди, колдовство тебе прокачивает удачу? Ишь ты. Андрей Тихонов. Колдовство поднимает удачу. А этот откуда взялся? Его ж тут не было. Заебись. Ну ладно. Откуда он взялся? Кстати, давно надо было его кометой расшарашить вообще. Бегал, что-то мозги ебал. Этот-то хуй откуда вообще? И его не было. Почему его игра... Его забыли прорисовать, что ли, или что? Откуда он здесь взялся? Причем я вообще близко к нему подходил, он не нападал. Хотя у него лук вообще. Он типа мог меня развалить в любой момент. А стреляет он этими... молниями довольно-таки мощными, там буквально два выстрела и ты покойник. Хуя себе. Теперь с жуками что-то произошло. Раньше так жуки не поступали. Чё происходит? Слушай, ну я, по-моему, бегу как раз к активации руны. А как когда к этим великанам попасть? Ага. Ну вот эту фиолетовую отметку я прошел. Наверное, сейчас подъем просто будет еще один.
Раньше, когда жуки бегали, ты их, допустим, убивать не успеваешь, он просто исчезает. А тут он хуяк раздулся, стал больше, и напал на тебя и опять свалил. Что за хрень тут творится? Так, это да, это к великанам у нас подъем, да? А вот здесь, возможно, активация руны. Или что это? Какой-то еще лифт. Давай скатаемся. Это, по-моему, спуск вниз вообще в подземелье какое-то, да? Доктор, где? Да, пришел. Нихуя не видать. Подожди. Инвентарь. Какие-то гробницы. В чем вообще ни о чем? А не, вон какой-то выход есть. Ну вот это с великанами долина. Вот эта транда, короче, в капюшоне говорила про запретные земли. А наверху тогда что? Не наверх или сюда? Иди сюда по сюжету. Туда наверху что происходит? Чуть ни хера не понял. Она говорила про запретные земли, и одновременно в предложении не было там, говорит, наверху, в облаках с великанами, типа, помочиться. Ты как бежал, Андрюха? Ну-ка расскажи. Наверх шел или сюда? А, наверху руна активируется просто. А потом сюда, да? Все, я понял. Ты думал то, что дорога, ну, типа, разделяется на две части. Наверху там одно, один путь, внизу другой. Ладно. Это так же любит путать, обычно. Андрей Тихонов, все правильно вниз. А эта башня чисто для руны, да? Правильно, столица. Тут, я так понимаю, а босс у руны? Андрей Тихонов, там босс у руны. Так давай скорее же его заебеним. О, все потемнело. Что происходит? Я приготовлюсь, на всякий случай. Ужасный близнец. Ок. Угу. Прыгать любим. Но не лови меня. Давай еще раз. Кровосищу мне сделал. Кстати, довольно-таки противные чуваки, когда по канализации бегаешь. Они стреляют магией и всякой херней, короче, и часто ты подыхаешь на этом плане. Давай еще раз.
А чё закрыто? Эй! Я внутрь хочу. А, надо же это потянуть. Чтобы он спустился вниз. Ты чё? А. Там как в России лифты работают. Сегодня новости прочитал, то что Роскомнадзор пьет, просто хочет, жаждет заблочить YouTube. Так что, если что, будем перемещаться на Трово. Чуть ли там не со дня на день. Потому что Роскомнадзор не выполняет условия. Точнее, YouTube не выполняет условия Роскомнадзора. Так. Давай-ка мы вот это дело бахнем. Этого челика вольнем. Да, инфа была то, что 4-го, но там точно не ясно. Там точно не ясно. А где мой мега урон? Ясно. Угу. И вот кометой лучше. У меня стамины не хватает этих ребят. Эти надо рунки-то поднять. А что за них дали? Убийца знамений Ролла. А, ну вот этот бешеный чувак с двумя мечами, который тоже кровосисью накладывает. Ну понятно. Там точно писали, ну, как бы в новостях не пишут, какого числа, 4-го там и так далее, просто типа в скором времени обещают заблочить YouTube. Ну, когда именно, не говорят. А еще говорят, что скорость специально провайдеров понизят, чтобы, короче говоря, уж наверняка никто не смог там пользоваться VPN-ами и так далее. Хотя, может быть, VPN-ами можно будет, ну. В общем, если блочат YouTube, тогда стримы будут на Трово. Священная башня Восточного Альтуса. По-моему, руна змея тут активируется вроде. Хер его знает, сейчас посмотрим. Сейчас какую-нибудь активирую. Ссылку. Ну да. Ссылку на Трово, она вставляя то, как искать. А, в описании потом. На следующем стриме будет описание, короче. А так вообще на Трово заходишь, просто так же Маргулис Channel, да и все. Все найдется. Че велосипед выдумал? Обычно тут костер был, кстати. Теперь он тут. Руна? Кого руна? Маргота. То есть, один раз Маргот, этот первый босс, потом второй раз в виде моба ты его валишь, потом он еще раз ты его убиваешь, и... только сейчас руна. И что это руна дает?
стопудово всякую фигню. Я смотрел то, что в основном все бегают прям с самой первой руной, которая характеристики увеличивает. КПЗ. Так, великие руны. Окей. Вот это самое топовое, по-моему, Голдрика. Восстанавливает УЗ при убийстве врагов. Ну, это типа регена, короче. Это что у нас? Радана ОЗ, УК и выносливость, понятно. Значительно увеличивает ОЗ. Нет, бесполезняк, короче. Так, ну пошли, пошли дальше. По идее, карта меня интересует. Надо карту открывать. Ну-ка, лошадку можно? О, лошадка, ну наконец-то. Я уже начал скучать по плотве. Я так понял, то, что она будет более коридорная локация. Блять, и более лудовая, походу. Кстати, маленькие пиздючата. Очень много сносят. Ну там еще парочка стоит. Надо вниз спускаться. Сейчас сначала пиздюлим малышей. О, бля. Маленькие гандоны. Просто хуяк с одной подачи, все здоровье. Шикардос вообще. Вот как тут даже без вот такой вот элементарной магии воскрешения, восстановления. Это, ну, даже очень тяжело. Поперли. Блин, вот там еще один стоит. Если я не ошибаюсь, по-моему, что-то у этого черепа в зубах должно находиться. По-моему, камень какой-то мрак. Или что-то в этом роде. Но главное слушать. Ебать. А второй в обход, походу, да, пошел? И как? Потому что когда они бегут, ты слышишь по этим, по шагам. Их даже видеть не можешь. Но и зато слышно хорошо. Только они бегут так же, как и у тебя шаги. С такой же, с этой. С таким же шумом. Так, все, я туда пришел. Давай как-нибудь попробуем на этот череп залезть. Если я не ошибаюсь, какой-то то ли седьмой, то ли восьмой камень мрака валяется. Блин, ну как залезть-то тут? Это так, блин? Может, это другой череп? Может, через кулу пролезть может? Да ну мне. Снизу. Ну, я только под черепом прохожу и все.
Нет. Андрей Тихонов. Лошадь. Разве на лошади можно на такую высоту запахать? А? Ну... Ну, ёпта. Я что-то не совсем, блядь, камушек подходящий вижу, как можно туда запрыгнуть. Интересно, можно? Было бы прикольно, если в настройках можно было резкость лошади понизить. Иногда она просто дерет с места, как этот, как Мустанг. Я имею в виду Форд Мустанг. Ей только характерного звука не хватает. Блять, ну и чё? Может, это правда не тот череп? Может, у кого должен быть какой-нибудь зубик отсутствовать, как раз чтобы запрыгнуть туда. Ой. Замри. Так. Неужели? А все, сюда попав, я не смогу ничего сделать, но тут ничего и нет. Я слезть с лошади не могу, а так, а не слез. Сперва что? Сперва сзади, тогда требуется неприятность. Мне это отсутствует. Понятно. Это не тот череп. Зря пиздовал. Подожди. Замок какой? Это колонна. Долечу. Нет. Не долечу. Ну и чё, мне опять на лошадь обуваться? Десять тысяч лет обосралась недосмазка. Я на сухую. Ну и на крайняк можно поплевать. В ладошку. Все, короче, надо дальше перейти. Это вот сюда, потом. Так, да, вон там стояли эти маленькие пиздючата, а я потом вверх начал подниматься. Очень плохо видно все. О, здорово, мужики. О, блядь, прыгайте. Надо вот это валить. А что, и друзей, ну, и никого нету? Где все-то? Я думал, сейчас меня атаковать будут. Все, да, там тупик. Подожди, может, пещера какая-то? Просто все любезно закрыли туманом, и, блин, ни хрена не видно. Я, конечно, понимаю, антураж и все такое, но, камон. Не видно уже ни хрена. Кстати, можно поменять еще. Так вот. Пока бегаю в этих колуарах, можно себе здоровье хотя бы восстановить.
Ребята, оказывается, снег, деревья и какая-то дымка. Красная. Все. Где великаны? Где эта долина? Где экшен на крайняк? Бегаешь только вон этих карандашей уничтожаешь. Давай, чё. Да-да-да-да-да. Он бы запросто перепрыгнул, кстати. А нет, не запросто. Он там и застрял. Бля. Маленький идиот. Отстанет меня. Я начинал с этих маленьких бледенышей, кстати, фармить. Там на кургане они это. Они могут сваншотить вообще запросто. Причем похер, сколько у тебя здоровья, походу. Они тебя на спину прыгают и глотку перерезают. Походу серьезно, это вот, ну, типичный коридор. Угу. И что мне за жука дали? Ничего? Да хер так. Сколько, кстати, за одного-то дают? 700 всего. Ну ты их убиваешь в двух раз. Что-то где-то светится. Звук такой. Право мухи. Может, это жук вибрирует. Вот это спуск куда-то. А? Да не. А, по идее. Я по прямой дороге должен бежать к карте. Кстати, там будет какой-то моб, который я должен был по заданию вулканового поместья завалить. Я сюда не пошел. Не стал торопиться выйти. Ну, типа, исследовать карту так по порядку, чё ж, шарахаться раньше времени. Вон там, в черепе. Что-то лежит. Потом надо к семечку идти взять. Угу. То есть бежишь ты такой счастливый, короче, и проваливаешься вот сюда. Вот так. Ну. Пролез. Чё, тут предмет же светился. А вот. Кузнечный камень мрака 7. Как раз на катану, наверное, на прокачку пойдет. Она же у нас какими-то волшебными камнями, да, скульптура качается. Если она имеет кровотечение, лунная катана, по-моему, тоже должна камнями мрака качаться. Коридор шире становится.
столица бесила своей многоуровневостью и количеством мобов на квадратный метр. А тут, кроме маленьких пиздюков, как бы туманы и деревьев ни хрена нету. И Дотака, видимо, в этот момент игры немножко устал просто. Ctrl-V, Ctrl-C делать. Он решил не сделать нихуя. Стой, есть же конь, да? Давай по-быстрому сейчас втопить. Хрен на малышей, короче. Пусть они там тусуются себе. Вроде с черного клинка. А где этот родич? Ну здрасте. Я в дерево уперся. Отлично. Кстати, фантома не вызвать. Будем своими силами мутузить. По-моему, я их метеоритами валил. Постоянно мочишь вот этих крылатых сволочей. Это уже какой, наверное? Там два. Один. Еще один. Это уже четвертый или пятый. Но у него комета не покатится. Вот так давай. Я еще раз попробую, конечно, фантома призвать, но, по-моему, вряд ли. Давай душу заберем, все-таки 80-ка валяется. Глядишь, подвезет мне еще качнуть левел. О, уже урон посолидней. Два удара он делает, и ты дохнешь. Причем, по-моему, этот утырок еще гниль накладывает. В общем, вообще к нему близко, да, желательно не подходить. Надо его раз 10 примерно ударить. Так, я заряжен? Да. О, теперь фантом можно призвать. О, хера, блядь. Ага, теперь не работает фантом. Замечательно. Давай, иди сюда. Закрутил меня, закружил. Что происходит? Я ничего не понимаю. Заебись, отхилился. В очко пошел. Шикардос. Кстати, фантом то мигал, то что его можно призвать, а потом переставал гореть. Может его призвать, пока он типа активен? Не надо за пару раз кастануть, по идее, комету, и все, этот сволочь это отъедет, по идее. Так, наблюдаем за фантомом. Когда он ставит... О! Дзынь. Все. Сейчас мы эту марихуану завалим. Если, конечно, фантом не исчезнет просто. О! Это, видимо, какой-то глюк просто у фантома.
Я в колонну запинаюсь постоянно. Да, ёптик. Он прыгучий, за ним ни фантом не успевает, ни я. Я постоянно отхожу то в дерево упрусь, то в какую-нибудь колонну, то, блин, в этот, как его, в камень какой-нибудь здоровенный. А прыгает он, дай боже. На коне, наверное, его не вариант, да, будет валить? Тихо. Оп. Антона. Так вот и помчали. Сначала надо душу забрать. Все, и текаем. Бам. О, вы там воюете, ребят. Я пока стою. Пока вставал. Все, он лег. Нормал Д. Сейчас он отъедет. Все, до свидульки. Надо было просто его отвлечь хотя бы ненадолго. Черные клинки гаргулья. Ну, это понятно, двойной меч. Черный топор гаргулья. То есть мне дали то оружие, то... Только те же яйца, только в профиле. Вот сейчас я покажу. А, где это гаргульевская палки-то? Вот. Алебарда гаргулья. Черная алебарда гаргулья. А и все, да? И подожди. MR.toaster. Покажи шмотки. Какие шмотки? Вот, и тут тоже большая секира гаргульи, черный топор гаргульи. А за предыдущих гаргульи мне, короче, а, вот, еще парный клинок одной гаргульи и второй парный черный. То есть, получается, я 6 штук, что ли, завалил уже. И что? А че, какие шмотки-то показать? Какие конкретные? Так, тут тупик. Все, да? Те, что выпали с гаргулей? Те, что выпали. Те, что выпали с гаргулей? Ну, они одинаковые, в принципе. Сейчас покажу. Парные клинки. Кстати, кто-то их качает. У кого ловкости много. Там есть какой-то определенный прах войны, который может хорошенько вот, парные клинки вот эти вот разогнать. Ну, их можно там. Да, подожди. Так вот и вот так вот. Не, не то. О. Берешь ее, значит, и вот так. Пам-пам-пам-пам. Она типа очень много дамажит, если там определенным образом ее раскачать, ловкость поднять себе и все такое. Либо что там еще. Ну это секира, они в принципе одинаково действуют все. Ген. А, ниже, ниже. Ну да, да. Прям как Дарт Мол. Топор гаргульи. Прям как джедай. Топор гаргульи, у нас такая тема. Блин, да что за удары-то? Стой. Вот так и вот так. Ну, небольшой такой топорик. У гаргульи в руках он гораздо массивнее смотрится. Ну, это обычный топор. Это с этим, с пеплом войны, короче. Просто тяжелый топор.
Как-то так. Так, ну я понимаю, что мне наверх надо, но подожди. Давай вот тут посмотрим, что есть. Вдруг там что-нибудь вкусненькое. Не знаю, двойной топор горгулии, допустим. Это пиздючата что-то охраняет. Маленький утырок, он не подох. Хотя показали вроде как у двоих упало это какое. Ледяная смазка. Если я не ошибаюсь, топор ледяной, который брали спидранеры, его пофиксили с новым этим дополнением. Теперь он перестал быть имбой, сейчас имбо. Имба какая-то другая, короче. Что-то там про красную гниль какие-то. То ли катана, то ли еще что-то. То ли меч какой-то, по-моему, одноручный. В совокупности с чем-то еще сейчас имбу дает. Так, ну тут... Да. Кстати, это вот хреновина очень похожа на въезд в столицу. Со второй стороны. Если это так, то здесь должен быть дворик такой, не? Да, дворик небольшой. Все есть, все нормально. О, эта телка нюхает шестица пальцев. Сейчас мы к ней подойдем. Она будет еще что-то затирать. Дай, говорит, понюхать. Надо периодически в жопе, наверное, ковырять, чтобы давать ей понюхать было что. Прошу, я могу их прочесть. Пальцы, покажи мне свои пальцы. Поверни назад. Впереди земли великанского пламени. Этот путь для тебя закрыт. Нахуй пошла, у меня медальон есть. Послушай меня, сожжение древа Эрт – неискупимый грех. Предначертанная смерть вырвется на волю и уничтожит весь мир. У кого хватило дерзости дать тебе такое поручение? Пальцы тут точно ни при чем. MR.toaster. А медзаки такой медзаки. Да-да. Ну все, я показал пальцы, поверни назад, понятно. Андрей Тихонов, с этого лифта в двух локаций можно попасть. Еще один медальон собираешь, и он везет в еще один лаку. То есть с этого лифта можно в 4 локации попасть? Ну, подъемник Рольда, мне эта транда в капюшоне одноглазая дала этот какого? Дала этот медальон Рольда. Подними. Я так понимаю, что отсюда к Микеле можно попасть или нет? Все, есть, все работает. Андрей Тихонов. Да, сейчас в одну точку. Потом еще один собираешь, и он отвезет в другую. Ну, наверное, об этом сообщат, да, то, что ты там должен вернуться к этому мосту и применить этот медальон. Я надеюсь, по крайней мере. Или ты должен сам до этого догадаться опять. В очередной раз.
Андрей Тихонов. Там будет выбрать действие отправиться в секретную лаку. Ну-ка, а может быть я уже этот медальон собрал? Поднять медальон? Если этот медальон поднимаю, то оно меня просто вниз отвезет, я так понимаю, да? Ладно. Пока мы не пойдем, естественно, в секретную локацию, мне бы до обычной локации где-нибудь. Ну тут, ебать, Тулюся стопудово большая она. Ну, хотя бы нету мыла. На том спасибо. Вот этого тумана дурацкого. Практически ничего не видать. Оп. Я ты знал то, что тут что-то есть. Андрей Тихонов. Выбрать действие наше. Сейчас, подожди, я туда подойду. Что, думаешь, я уже собрал этот медальон? Я слово знаю, ну куда я посмотрю. Нет. Этого нету. Поднять медальон, значит, он меня отвезет просто вниз. Ладно, позырим потом. Вершина великанов. Понял, принял. Надеюсь, хоть тут-то мобы какие-нибудь будут разнообразные. Заиндевевшая рябина. Андрей Тихонов. Два части в замке великанов. Угу. А первая тогда где? Часть. Слушай, там, по-моему, пещера какая-то. А тут. Ну туда не добраться. Пока вот прям ведут по коридору просто. Просто вперед, без развилок, без ничего. Это радует. Вот там. Как костер горит. Музяка тревожная, кто-то на виолончели прям сик-сик-сик-сик-сик. Кто-то ебашит. Вот сейчас какая-то битва будет. Олень-фантом? Но у меня есть какая-то половина, по-моему, этого медальона. Андрей Тихонов, половинка должна у тебя быть, вроде. Я только не знаю, где эти медальоны валяются. Кстати, у меня 8 вообще этих семочек. Сейчас мы еще себе плюс одну эту сделаем. Пляшку. Семочки. Семочки. Вот, одна половинка. Соедините медальоны и включите подъем Дектуса. Подожди, я же по рольду поднимался. Причем тут Дектус? Сту, короче, так, костер. Надо фляжки поднять. Ляги. Ляги. Повысить эффективность сначала. Ок. И теперь увеличить количество. Мне еще типа 3 семки надыбать и все. И можно еще будет даже одну. Распределить 6 к 8. Ну пускай пока так будет. Кстати, вон там черепашка стоит. А как вниз? Ну, наверное, потом. Ну, явно же не так, да? Я в нем потом там окажусь. Сейчас мы будем медленно и уверенно спускаться. О, самурай. Кстати, я его помню.
Мы с ним виделись аж вот здесь. Вот здесь мы с ним виделись. Вон тут он стоял где-то. Тьфу-то, он щи закрывает. Вот мы и встретились. Ага. Погасшая душа, желающая стать повелителем. О, что за мрачный вид? Похоже, этот сосуд был твоим приятелем. Что ж, сожалею, он мертв. Какой сосуд? Свою плоть он отдал мне, Шабрири. Надеюсь, ты с этим смиришься. Какой приятель, какой сосуд, блядь, какой Шабрири? Что ты несешь, чувак? Собираешься принести в жертву нечто очень ценное. Жизнь прекрасной девушки, обратить ее в беспощадное пламя кузницы. Лишь за тем, чтобы обрести власть. Настоящий кошмар, если подумать. Она должна умереть ради твоей цели, что она хочет того или нет. Ага. Но какая слава ждет повелителя, чья корона замарана кровью? Избранная погасшая душа и будущий повелитель, ступи на путь храбрости. Пощади бедную девушку, бросься в огонь вместо нее. Если ты чувствуешь, что тебе хватит мужества, перенеси праведные муки и через них обрети власть. Прислушайся к словам Шабрири. Погасшая душа, та-та-та. Добейся встречи с тремя пальцами, пламенем ярости. Тогда девушка будет тебе не нужна. Ступи на праведный путь. Путь повелителя хаоса. Сожги дотла древо Эрт. Испепели все границы и различия. Да воцарится хаос по всей земле. Да воцарится хаос по всей земле. Погасшая душа, будущий повелитель, спустись в глубокое подземелье, что находится под столицей, это вот где я прыгал сегодня. Добейся встречи с тремя пальцами, пламенем ярости. И тогда воцарится хаос, типа, ты вместо этой бабы прыгнешь. Так это получается отрицательная концовка. Разве нет? Так вот, я сам буду поджигать Андрей, дерево. Короче, вот три пальца делают так, что ты сам будешь поджигать древо. Так вот, это получается отрицательная концовка. Разве нет? Ты типа сам подохнешь вместо того, чтобы избранным стать. Итак. Че пили? Вот такой. Бля, какой. Серьезный чел. Ладно. На них, наверное, надо уже что-нибудь помощнее, я думаю, использовать. Чтобы они замораживали еще. Я отошел от карты. Она где-то рядом. Дай-ка я отмечу. Вот там вот. Андрей Тихонов, если сделаешь к пальцам, самурай умрет, и ты забираешь его шмот.
Так это ж получается и на концовку влияет. У меня, кстати, фантом загорелся. Вдвоем потом. С птичкой. Че туда фантом загорелся? Ёбаные. Андрей Твиттер. Ну да. Ой, бля. Сто пятьдесят две тысячи. Надо возвращаться к птицам. Бесящие, кстати. Я не думаю, что шмотки самурая стоят отрицательной концовки игры, как бы. Ну их нахрен. Бля, а я бегу. Вон она, карта-то. Чего я ее пропустил вообще? Вот карта. Ну, нормально. А что такой маленький кусочек-то открыли? О, с той середину здесь. Распаковали, так сказать. Я смотрю, горы, горы какие-то. Тут особо не пройти, походу. Так что мы топим вот сюда вообще. Потом вот в эту сторону. А я туда пришел, да? А. Андрей Тихонов. Нормальная концовка, я спалю все к херам. Тут есть же по-любому отрицательные концовки. Или их вообще тут не существует? Все концовки положительные. Так, вот туда надо идти как-то. Фантомы баранов. Что может быть лучше, да? Андрей Тихонов. Во, в ту сторону только через подъемник. Так, подожди. Птички, птички. Нахуй тебя. Да, со щитом с ними попроще. А я только. Да, нихуя. В сторону только через подъемник. А в какую сторону? Я уже попудово, наверное, отошел от той стороны, которую надо. Так зачем вот подъемник? Я не знаю, я пока просто вперед куда-то бегу, а чё к чему? По идее, да, я вот сейчас должен увидеть подъемник. Я туда пришел. Я поднимаюсь на гору, чтобы что? А, где черепаха ходит? Андрей Тихонов, где черепаха ходит? Ну, я пока не знаю, где этот подъемник. Я, по идее, даже особо-то этот какой-то. Эти руины-то не обошел. О, тут можно спуститься. Стой, это чучело надо разъебать по-любому. Бля, до него не достает. Че, назад пойдет? И мы его законтрапубим.
Андрей Тихо. Собираешь медаль. И подъемник у них отвезет. А, ну, я понял, о чем ты. То есть ты собираешь медаль, отвозит тебя подъемник вниз, туда, к черепахе. Ебать, они доджат вообще. Ну что, сука? Ладно, почаще будем лупить. Она же не сможет так быстро будет прыгать. Видимо, может. Крутые мобы вообще. Я в него попал, пока я его интересовать перестал. Ошибись вообще. Так, ладно, давай вниз сюда сходим. Колокольная сфера Рудокопа 3. Ну, это понятно, это, короче, кузнечные камни. Можно будет покупать свободно, без поиска. Так. Раз уж такая пьянка, давай-ка мы тебя метеоритами. Хуя себе. Да, но время мешает нормально ему напинать. Раз уж они так шустро уклоняются, будем ебашить наводящимся. А, вообще чувак провалился. Он сам себя в тупик загнал. А, они еще и портуются, да? Замечательно. Это универсальные мобы. Они телепортят. Они и так бьют, они магией херачат. Прям на дуги игрец. Ладно. Вижу волшебные метеориты. А вот эти метеориты, как в начале игры находишь, так им, по-моему, можно чуть ли не всю игру пройти. Вполне нормальное заклинание и много маны не отнимает. Ну так. Не то чтобы очень. А, клин Марики, да, я так понимаю? Еще два урода сидят. Хана ему. По-моему, кто-то еще сзади, нет? Нет. Это пидор, как. Тихо, 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 бля. Ну, вот эти чуваки сложные, кстати. Они прыгают, все. Они все делают просто. Давай, наверное, перекурчик, да? Сейчас я подойду. Все равно заново практически все бежать. Подох я где-то там, по прямой.
продолжай. Так, ну да. В принципе, что я тут фигуру обижал. Надо по прямой только топить. А вон еще дорога какая-то. Однозначно сейчас душу надо забирать. Да пиздец у них магия, конечно. Убийственная просто. Давай быстрее, пей быстрее, пока он очухивается. Пиздец вообще. 150 косарей. Ух, просто. За один прыжок, я не знаю, как он такое большое расстояние просто за секунду преодолел. Охуенные мобы. Пиздец вообще. Одной подачи мне всю жизнь выебнул просто. Так, ну и что тогда, в принципе, можно и не париться. Я сейчас вон в тот храм зайду. Там по-любому должна быть чашка. Или нет? Нихера, короче, тут нету. Только бешеные мобы. Пиздец. Он долго за мной шел. По-моему, он еще продолжает бежать. Да. Так, давай, в принципе, что, руины Замора, это хрен бы с ним. Давай чуть вверх поднимемся. Еще выше. Тут можно перепрыгнуть. Подожди, вот тут. Хотел как свои понатыкали, нахер они срались. Да, в принципе, тут я все оббежал. Только зря, блин, руны потратил. Как-то еще выше можно подняться. Друг друга треснули. Предельная тропа. Да нихера подобного. С тобой. Так. Ну, либо вот тут поверху дальше идти.
либо в ней спускаться. Уже получается, эта дорога снизу идет и наверх. Да, как-то так же. Паровоз за собой собрал. Да, тут только наверх, короче, заниматься. Минус один. Даже эти птички могут сваншотить вообще. Шикардос. Так, куда вот эта статуя-то показывает? Наверх. Вон туда. Ладно, окей. Ну, то есть то, что ты по верху пройдешь, так же и по низу. И все равно сюда поднимаешься. Так или иначе, да, ты вот прям сюда должен выйти. Еще дальше. Ну, по-любому только вот здесь пройти можно. А вот это что за хрень вообще такая? Я-то понатыкали. Ни один не попал. Слушай, детка, ты серьезный? Я промахнулся. Да. Тут какая-то лютая локация. Птички ваншотят, все ваншотит вообще. Не знаю, может мне какой-то надо мега броню. Вот, пляшки поэкономить.
Как обычно, не дает накопить нормально. Рун. Три тысячи за него дали. Ну какое себе. Че, карающие шипы? Значит, ты не посмотрел, это оружие или что? По-моему, нет. Давай-ка наверх поднимемся. Там. Метка, возможно, какой-то тоже там. По деревушке какой-то, все поймешь. Так, а давай-ка мы, да, вот этого жука завалим, потому что, блин, он подох? Он упал, и мне ничего не прилетело. Я тогда не знаю, как туда попасть. За здание вообще. Как-то же можно наверх-то забраться. Вот, может быть, это пещера какая-то. Вот так. Стой, на лошадь. Та-та-там. Как наверх-то туда забраться? Я у других что-то ходов вообще в помине не увидел. Точно не тут. Опять эти птички ебучие. И сюда. Ну, я не знаю, либо тут стучать по каждому камню. Ну вот, и как бы все. Да, может быть, телепорт какой-то будет. Пока вообще вариантов нет других. Ладно. Дальше пошли. Вот только так туда можно попасть. Стой. Вот так вот. Это значит... вот через эту дорогу сюда нам можно двинуть. Понятно. Я рада эту метку убираю. Пока смысла в ней никакого. Ну, по идее, да, ты сюда проходишь, у тебя дорога делится на две части, направо и налево.
Стоять. Отлежит. Потерянный пепел. Не то чтобы очень надо. Великан какой-то ебашит. Великаны хорошо улетают с этих, с метеоритов. Потому что можно выбрать, по какому участку его мочить. Стрела. Давай, быстренько. Оп. Я успел. Не успел. Здесь второго великана нету. Все, сейчас мы его с другой стороны обойдем, потом надо будет еще сюда вниз спуститься. Бам. Куда ты лупишь-то? Все, надо валить. И было не было. Добивай. Хорошо. За великанов много дает. Они почти как босс. Что такое? Большая стрела. Сейчас надо туда вниз спуститься, там тоже какие-то блестяшки были. Маска и что еще? Камень. Ну да, вообще очень важный предмет. Стой. Нет. Ой, еще третий. Руна. Ну я тут как-то похлопал те руны, которые были у меня, и себе уровень. Даже, по-моему, два. Да, у меня на два уровня мне хватило поднять. Вот так вот тоже бегал, собирал их, набралось что-то до хрена. Там такие руны были, там типа плюс 100 косарей рун. Нормальная тема. Я вот два левела как-то себе поднял. Хватило. Так потому что только, ну, тупо надо собирать. Игра не дает, только фарм, потому что 200 штук набрать и не подохнуть — это, по-моему, нонсенс вообще. Так, давай-ка мы лошадку, наверное, да? И, походу, коридор опять. Вроде никаких.
тут тупик. Тихо. Сейчас бы прыгнул. Тут, конечно, возможно. Но нет. Ну туда надо подниматься. Слева костер. Вроде как, если я поднимусь вот сюда, то тут будет вот этот Джуно Хослоу. Так что можно его, короче, поюзать. Как забраться? И это блин. Бешеная лошадь, она дерганая. Так, ну тут по прямой. Походу они меня ведут вот на этот мост, с которого, пройдя вот только так, ты можешь сюда попасть, а потом отсюда выйти к этому дереву. Либо сразу от дерева. Я не знаю. Опять все очень неточно. Этот мост. Я не знаю. Так, подожди, вот тут еще проход был. Бля, хоть лошади слезаю, вот честное слово. По ней удобно, когда ты по равнине скачешь, и никаких обрывов нету, и ни тупиков, ничего. Потому что с нее улететь вообще на раз-два. Ну вот тут все. Да, только по прямой, короче, подниматься. Ну, торговец какой-то. К нему, наверное, только в обход. А ты не заберешься. Дальше пошли. Рекана будем стрелять по возможности всех. Так, давай. С топором. Быстрее, пока лежит. Не, вот этот товарищ, по-моему, ваншотит, если я не ошибаюсь.
капец у него было. Давай, давай, давай. Лютый замах был. Чумовая драка. Он ко мне не подходит, я его убиваю. Ну, видите, блядь, эту херню свою, ну. Быстрее. Надо респауниться или нет? Где-то отсюда я видел еще какой-то проход или что-то такое. Ничего нет. Ладно. Ай. По идее, можно на коника уже сесть. Опять дотащили до моста, но подъема на него нет. Вот и хер знает, право, влево. Да, влево. С этими хер бы с ним. Война какая-то самая натуральная идет. Едут человеки против этих, как он, против вампиров. Лачуга гигантов, капюшон страстующей служанки, одеяние, перчатки и ботинки. Такое. Ближе к концу игры тебе накидывают какой-то шмот вообще, который тебе уже точно не нужен. Кто будет в конце игры бегать со шмотками служанки? Надо что-нибудь какие-нибудь королевские, там, я не знаю, доспехи, мега-рыцаря, которых не пробить, я не знаю, что-нибудь такие вот названия. Ага, вот мы сейчас и тут поднимемся на эту гору. Которая у нас? Угу. Так, а если сюда пойти, то ты, получается, будешь туда двигаться. Ну давай. Йоу. Так. Двигаясь по мосту, я приду к этому фантому, которого мне заказали завалить. Там город. Ну давай к фантому сначала. За яйцом. Крутой скелет. Вообще. Тему. Просто вылез, мне нашмалял, да и все. Андрей Тихонов. В руинах Медузы стоит. Нужно фантома Медузы призвать будет. А зачем? Чему именно фантома Медузы? Ну, у меня есть такой фантом. Просто с какой целью?
Андрей Тихонов. Карьера в лодочник призывает. Блять, это уроды респаунятся. Карьера — это вот этот скелет, который вылезает. Это они карьерами называются. Андрей Тихонов. Дверь откроет. Так. Поднимаешься наверх. Там стоит у нас какой-то фантом. Скелетов лодочник призывает. Значит, надо туда глубже скакать. Андрей Тихонов. Скелетов. Т9. Значит, туда надо глубже скакать. Босс лодочник. Я понял. Так, ну давай еще раз попробуем. Где руны? Да, они вообще тут в тему просто. В самом конце моста. Я успел забрать. А где лодочник? Ёпта. О, грибальная птица. Не то. Ну что, два босса, что ли, подряд? Охуенно я похилился. Покопила она мне два раза бахну. Я вообще что-то ничего не понимаю. Ты наверх поднимаешься, тебя валит лодочник, который кастует скелета. Но ты спускаешься чуть ниже в поисках этого лодочника, на тебя еще один босс нападает. Тут что, два босса или как? Они подряд идут или что? Что делать-то? Что за хрень вообще? Птица. Ну окей. Но обычно, кстати, днем появлялась. Ночью точнее. Я ее вырубил. Походу. Как тут накопить 200 кусков, чтобы себе поднять левел? Да никак просто. Ладно, хоть клин марики есть. Не так далеко пердолить до нее. Но, по-моему, это не птица кастует явно этих скелетов. Я не знаю вообще, какого хера он тут появляется. А я? Ну, вроде как бы этому мог бы, да. Да. Ну давай-ка ее кометой, да, ебнем. Получится же. Вот, половину промазал. Ебать, у нее подача. Давай, мужик, живи. Сейчас мы этой курице накинаем. Пизда вообще. Ваншотит гнида еще. Ладно, хоть бежать недалеко, на самом деле. По-моему, сложность локации выросла в разы просто, я не знаю. Она не такая запутанная, как столица, но
Тут просто какие-то жесткие мобы сумасшедшие. Я думаю, вполне мне хватит этого. Чё, ты с кем там дерешься? Куда упиздил вообще? Ну как? Как это понимать? И он съебал. Охуенная помощь. Че боссы сейчас? Что происходит? Потому что этот урод куда-то свалил вообще, который отвлекать должен на себя. Там осталось там пожить мне чуть-чуть. Но со скелетом я вообще эту фишку не понял. По-моему, его даже не убить. Он просто появляется, потому что появляется. Ничего не попал. Серьезно, блядь? Где вообще? Как черепахи это ёбнулся. Ни карту не посмотреть, ничего. О, по-моему, тут можно подняться. Я, скорее всего, свалился на уровень выше. А, ниже. Но у них там... А, ну и все. И моб мой исчез, короче. Антон, точнее. Надо попугай. Тут же мне урон, блядь, прилетает. Короче, херовый трай вообще. Надо было не падать. Да я вообще ничего не понимаю. Что-то с камерой-то происходит. Фантома больше не призвать, это определенно так. Да, да. Слушай, пускай она меня добьет. Так что-то какой-то вообще беспредел происходит. Камера вот так вот летает в разные стороны. Фантом пропал. Я еще куда-то грохнулся вообще не в тему. Ну тут спасибо Хидетаки за ландшафт. Большое. Чисто человеческое. Давай-ка мы скляночку. Оп. Давай, 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 ближе подходи. Пиздойся, блин. Ваншот. Чумовой босс вообще.
Может, вам метеоритами пострелять просто? Это пока кастанет. Ну, прям четко на меня летит. Поебать ему мои фантомы там и так далее. Хорошо. Вот только фантом до него сейчас добрался. Как вариант, можно каплю вызвать. Ёбок нет. Пизду, блядь, фантом этот. Пришел он, блядь. Чё он туда летит, вообще я не понимаю. А даже скелета этого под землей не вылезло. Взял, блядь, просто, ну, он как, я не знаю, каждый третий раз, что ли, он просто поворачивается, уебывает. А. Со скелетом воевать, которого нет. Ну вот нет этого скелета. Мне нужно туда подойти, чтобы он вылез. Удивительное поебень. О, наконец-то сообразил. Да, блядь. Это птичка жуткая. Сказать. Андрей Тихонов. Сзади сверху. То есть тут два босса подряд идут? Что за дичь вообще? Быстрее пей тут хуйню. Сейчас мы будем смолять, блядь. Ну серьезно. То есть он прежде чем отключиться, кастанул эту херню, и вот он умер. Пиздец вообще. Он прежде чем вырубиться, кастанул свое говно, которое меня потом добило, пока я его лупил. Он колодочников опять упиздил. Помощник ходит. Птица там вообще, по-моему, с кем-то еще брала, драться начала. О! Пришел, любой сын. Нормально. Можно и кометами напихивать, они хоть побыстрее кастуются. Что-то лодочника я вообще там не встретил. Так,
ну давай камерой попробуем. Да ёб твою мать. Где-то там с кем-то воюет. Да охуенное вообще начало. Как от нее с прыжка-то уйти? По идее, она не должна меня задевать, пока я кувыркаюсь. Но нет, все нормально. До этого две птицы, которые встречались, они ничего такого не кастовали. Они просто на этим топором на тебя прыгали и все, по идее. Больше ничего, по-моему, не делали. А это что-то, блядь, кастует, что-то хуярит на тебя. Какие-то заклинания со своей птические. Вот, нормально. О. Да, блядь, ты по этой хуйне волосы катаешься, и все, она тебя мочит. Что-то кометы так, такое себе, я смотрю. Кометы на нее особо не действуют. Если метеоритами ей прилетает, то 1000 по 1500, по-моему, снимает. Может, мечом попробуем? Я не достаю. Пизда вообще просто ваншотно. С одной подачи. Да иди ты, блядь, в очко на. Где тут уебок вообще бегает? Он за мной находился где-то. Короче, меч тоже такое. Не достать мне ее мечом. Меч может быть в маленьких помещениях там. Как-то побольше полезен. Так. Он там опять попиздил с этим солдатчиком воевать. Ну потом так делает, блядь, два босса рядом вообще. Ну отходит мне подача. Вставать ничего не успеваю. Тут постоянно надо в движении находиться, иначе она тебя просто ебашит топором своим. Или что у нее там, какая-то клюшка, короче. Сейчас я вместо этого попробую каплю позвать. Во-во-во, кастуй там свои штучки.
Там птица лучше отрыкает. А, какой-то мега пиздец. О, выщелкнули на пару. Давай, добивай всякой херни. О, до свидания. Вся проблема была в фантоме. И все, да, за это копье смертельного ритуала. Сралось мне 10 тысяч лет это копье. Так. Куда-то сюда я падал, оказывался возле черепахи. Сейчас еще пойдем лодочника искать. Который этого скелета кастует. Не, он не спал. Точно. Подожди, а где тогда туда? Где этого фантома призывать? Фантом прям через мост. И где-то рядом. Вот с концом моста. Ладно, давай лодочника поищем. Он типа где-то наверху. Но, насколько я помню, лодочник он портуется постоянно. Это был спуск птицы, я так помню, да? Да, здесь птица была. Призыв. Сам-то лодочник где? Это урод-то. Глаз зверя подрагивает. О, тут труба какая-то началась вообще. Где лодочник? Никого. Может, он там где-то плавает по земле. Плавает по земле лодочник. Он как-то частенько вот здесь находится. Это вообще не туда, кстати. Чем мобов и вся. Где он, блядь? Подожди, давай повыше. Подняться, может быть, его видно будет. Андрей, тихо. Беги по разрушенному мосту. Вот, Паша, его не видно.
разрушенного. Тут, по-моему, два моста. Вот один. Там еще один, по-моему, мост. Тут вообще дерево какое-то. Если дерево, то значит, вон тут омут призыва и босс. Тяжелее. Чё-то они боссов вот так вот понатыкали просто на каждый квадратный метр. Затрошак какой-то вообще. Просто бред. Ну, не знаю. Это другой босс. Насколько я понимаю, тут три босса подряд идет. С очень коротким расстоянием между собой. Какой тут нахрен лодочник, я вообще что-то в душе тогда не мечаю. Ого, давай дерево завалим. Два дерева? Почему два? Что вообще, блядь, происходит? Да, хорошо, слеза, багровая слеза в пузыре. Я просто, вот как на этот холм поднялся, я куда ни иду, меня боссы атакуют просто. Какой мост разрушенный возле башни? Я что-то вообще ничего не вижу. Ну так вот можно перепрыгнуть. Вон там башня какая-то. Не спускаешься, только эти, только скелеты на тебя нападают. Андрей Тихонов, вот смотришь на него. На кого? Вот черепа какие-то катаются вниз за мной. Андрей Тихонов, прям по воздуху беги. Где бежать по воздуху? Я... Вон там, где я стоял? Куда идти? Надо вот в этой башне. А чем тогда возле башни кастуют этих, как кастуют черепов? Вон там вообще. Вот разрушенный мост. Подожди. Андрей Тихонов. Видишь, моста нет, но он есть. И там еще один, третий босс, да? Ну, вот этот вот, мудацкий. Как его? Лодочник. Давай посмотрим. Костер. Так и что, этот лодочник вот этих вот... Скелетов кастрюль, что ли? Которые на самом ходе этого моста. Так. Андрей Тихонов, лодочник, где птица была? Ты пропустил его. Так, тогда с мостом после. Я еще там много чего не исследовал. Надо назад. Куда? К этим черепам.
Я их уже потерял нас. А где он почему-то не появляется? Так вот, сюда вниз. Сейчас черепа вобьет. Вот они скелеты. А сам-то он где? Андрей Тихонов. По правой стороне, как бежишь. Ну вообще экшен какой-то. И все. Никаких лодочников. Вот тут есть амулет призыва. Лодочника нет. Это же не он. Я вон туда падал. Остался жив. Лодочника нет. Еще выше. Ну вот я добегаю тут до самого края. Тут только черепа. Дальше обрыв. Мост. Все. Они, конечно, не дают мне, например, рассмотреть. Да нет, это явно не он. Где он идет? Андрей Тихо. Не дождался птицы с правого обрыва. Не дождался птицы с правого обрыва, это как понять? Мне нужно птицу какую-то подождать. Или там, где птица появляется, он возле обрыва она вылезает. Птица где-то тут. Она. Андрей Тихонов, ну выше поднимись назад. Поднялся выше. Скелеты атакуют. Мне типа надо тут долго не постоять. Вот я до упора поднялся назад. Вот он мост. Обрыв. Справа у птицы. Меня сейчас он опять стрелять начнет. Тоже к моим подбил. Где этот лодочник? У тебя бище, блять. Это какая-то хуйня. Андрей, вот как ты к ним бежал от разрушенного моста, беги по правой стороне. Так. Вот ты через мост пробегаешь. Вот здесь находится спуск птицы. Вот по правой стороне. У тебя правая относительно чего?
Вот этот уёбок, блядь. Козырина, а? Хелпина. Полин смерть. Понятно. Да. Да идите вы в жопу. Ну все, теперь хотя бы можно тут спокойно перемещаться. А, надо где-то вот этого урода найти. У меня еще 10 минут есть. Там надо на работу собираться. Угу. Я понял, где его искать. Последнего, короче, валим за сегодня нехороший. Так, надо найти, где я прыгал. Андрей Тихонов, ты по другой смене, что ли? Да. У меня, по крайней мере, она смена первая называется. Вот этот чувак. Так, ну давай, наверное, метеоритами. Нам нужно даже и каплю позвать, чё ж нет. Гулять-то гулять. Он сам уже призвался. А, нет, подожди, это капля. Появилась капля. Осмотреть. Да. А, я, наверное, поторопился с призывом. Мне же надо было в Хослоу мир войти сначала. Там, где у меня будет эти, как вот, 4... Шкурифляги на все процессы. Мужичок у нас портуется, я смотрю. Тихо, 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 тихо. Спокойно себя ведем. А не успею бахнуть. А еще тебе лечиться нечем, чувак. Блин. Почти. Надеюсь, он не одноразовый. Ну, типа, можно будет еще раз то же самое сделать. Да, все нормально. Я его все равно метеоритами надо заковырять. Они его встанет. Я этого послал. Во время телепорта, что ли, отпилился? Тихо. Бля.
Забавное у меня оружие. Как-то его надо успеть завалить за 10 минут. Я и без рун остался. Нехер подыхать было 10 тысяч раз. Полтинник, по-моему, да, забрали. Не, ну, в принципе, мне раскачка особо не нужна. Единственное, что для НГ плюс сейчас качаться, качать силу, чтобы потом, если что. Я помню, с каким-то фантомом бился, у него такое же оружие было. Главное, нигде не застревать. Он меня наказывает сразу. Ай-яй. Я прям на подачу его приземлился. В принципе, он до меня просто так бежит. Можно к комету ему ёбнуть, да и все. Я попробую. Но если он в сторону отпрыгнет, то все, хана комете. Либо с кометы начинать и потом добивать какими-то метеоритами, не знаю. Вот и вся любовь. Хроническая дуга, зелье призыва. Хорошо. Да, надо было не пользоваться кометой, его бахнуть и все. Кнут лепесток Хослоу. Прикольный. Шлем рогатый. Ок, доспех. Перчатки по ножу. Ну, мне, наверное, тяжело их будет таскать. Так-то они выглядят прикольно, но не по мне кафтан. Тяжелое снаряжение, 11 килограмм. Если я одену его, то типа все остальное на меня не налазит. Где его шлем? А что такое рок один? Ну нет, два. Андрей Тихонов. По одной смене значит один. Может быть. Снаряжение. Доспех Блайда, кстати, прикольнее будет. Ну-ка, а могу ли я? Блайда лучше доспехи. Попробуем напялить этот какого. Амулет.
мне вот такого челика рогатого сделать. Пам-пам. Не, все равно перекат нарушается. Ну так было бы забавно. Да, причем Андрей, с тобой я не снял. Успех радуна лучшие по защите. Я все равно буду тяжело весить. Да мне родановские-то шмотки стопудово не взять. Они все-то тяжелые для меня. Я потому что вообще не вкладывался просто в тяжесть. Это тоже, кстати, магическая какая-то. Альберика. Жахни, пендаль. Где-то вот эти вот наручи Альберика получше, чем тряпки. А вот эти парфюмеровские. Штаны Альберика явно не катят. Все. Папок магических, кстати, не очень много. Вот можно, конечно, этот рог напялить, но чуть-чуть жизни добавляет. Но они все не добавляют мудрости. С мудрости только единственная вот эта шапка. Вот, а Родана доспехи, как бы, видишь, я даже если их одену, они будут больше весить, мне все равно надо что-то, либо качать конкретно какие-то статы, чтобы я мог носить подобные шмотки. И такой, громовой болт, до свидания. Они тут набивают мне. Ну и хорошо. Ладно, будем на этом заканчивать. Спасибо, ребят, за поддержку, просмотр и так далее. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки, комменты, все как хотите. Всем удачи!